Друзья-товарищи, вы думали, я кино вас бросила? Ну, в прошлом влоге видели, приехали отдохнуть, и вдруг связь оборвалась, и Гина нету, не знаем, где она. На самом деле, я через минуту сразу опять начала снимать, а для вас целый день прошел. Вот видите, какая интересная у нас с вами жизнь. У нас минутка, а для вас целый день. Ух, доехали. Не знаем, где мы, не знаем, что такое, какое место, но место огромное, очень большой резорт. Мы думали, такой маленький отельчик приезжаем, но нет. Сейчас выйдем, зарегистрируемся, пойдем смотреть, в какую же комнату мы попали. Потом здесь очень много ходьбы арам будет. Ну, место большое. Туфли удобные принес? О, принесли. Будем немножко шагать, развлекаться. Придется развлекаться, уже сказала. Все, выходим. Это, действительно, это как будто целый комплекс. Туда? А что здесь было? Ну, столько всего нужно разузнать. А когда отдыхать будем? Муж говорит, ну, когда поедем, вечером выйдем куда-нибудь, пойдем в ресторан. Говорю, нет, никакой ресторан. Остаемся в отеле, если у них есть что-то там, чтобы никуда не ездили, не останавливались, не выходили. Вот здесь что-то строят. Is this the entrance? Sorry, there's a side. Okay. Thank you. Thank you. Что-то строили, арам. О, как красиво. Ой, здесь очень много. Можно посмотреть. Так с уверенностью с камеры прямо заходим туда-сюда. Столько всего можно сделать, значит, здесь. И мы здесь были, только не здесь именно. На каком канале снимали? В ресторан пришли, Винниард был маленький, но уютный. Еда ужасная была. Ой, не помню, где снимали, но это их Винниард, это их один из их ресторанов. Ну, интересно. Наверное, вон комплекс какой-то, где остаются люди. Че? И в нашу комнату нужно на машине ехать. Вот такой огромный что-то. Даже клуб есть, если любите же зажигать. Хочешь, зажжем сегодня? Вы не любите зажигать. Мы любим тихо поджигать. Что хочет эта машина от нас? Что-то... Хочет, чтобы двери закрыли. Какое капризное. Принципы какие. Вот эти, арам, эти вот... Посмотрите, помните в магазине... Цветы видела, розы вьющиеся. Вот эти, смотрите, как красиво поднимаются. Белые тоже есть. Все-таки, может, купим, арам. Я никак не успокоюсь с этими цветами. Очень красивые, я хочу. Теперь машина хочет, чтобы он пристегнулся. Если кто-то спрашивает. Если у вас нервы железные, я думаю, в один день эта машина как будто найдет язык и скажет, да пристегнитесь вы уже. Ну, мы пристягиваемся. Пристегаемся.
Но маленькое расстояние было уже почти на месте. Он не любит себя затруднять за маленькие расстояния. Все, выходим. Да, мы здесь были. Can we park here overnight? О, здесь можем парковаться всю жизнь. Мы как будто туристы, которые живут 30 минут далеко от этого места. You guys enjoy. Nice to have Thank you. Thank you. This one? Так красиво. О, нам 13. Если спрашиваете, мы в 9:10. 9:90:10. Вещи как будем? Наверное, надо сервис попросим. На 2 дня приехали, целый чемодан. О, у тебя ключики, братино. Ну, добро пожаловать. О, скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, маленький рум-турчик, подождите. Значит, это включает, тот выключает. Итак, уютная маленькая комната. И с первого взгляда подумайте, о, как неудобно, ванная прямо посреди комнаты. Но нет. Можете закрыть на самом деле, скажем, хотите для... Privacy. Предположим, вы предпочитаете одной принимать ванную. Можете закрыть, если закрыться. Если хотите, чтобы вас подсматривали, не обязательно закрывать. Так, это джакузи или просто ванная? Просто ванная. Интересно, как это самое, чашечки очень санитизированные, видите, этого не видела нигде, молодцы, как люблю эти зеркала, они прямо заставляют, чтобы сблизи посмотрели на свое лицо. Давно не надо, иногда не хочется сблизи смотреть, все видите. Не хочется иногда видеть. Что еще здесь есть, Ара? Ничего интересного, да? О, есть халаты у них. С собой привезла свой халат на всякий случай. Я без халата. Зачем идете отдыхать, если халата нет? Халат это значит отдых. Это что? $10. Plus tax. Что это? Bath balm. О, если, наверное, используете, $10 будете платить. Как дорого. Не будем пользоваться. А ну-ка, подожди. Очень хорошо санитизирует здесь, если спрашиваете. Чистота на все катушки. Вода. Маленькая вода 4, большая вода 6. Если хотите, кофе здесь, в таких местах. Люблю ставить, не люблю пить. Интересно, это холодильник? О, холодильник есть, Арам. Можем запасаться чем-то. В сейфе, знаете, золото, бриллианты всегда держим. И большое количество наличных обычно в сейф идет. Не нести же с тобой такое большое количество. Прямо неудобно.
Посмотрим, что здесь. О, зонтик есть, как красиво. Не то, что красиво, а заботливо, хотела сказать. Если захотите, можете под зонтиком гулять с любимым человеком, если он захочет гулять под дождем. А зачем пришли? Романтику надо. Тапочки есть, бесплатные, одноразовые. Кровать красивая. Про удобство уже утром я обязательно деталь разделю свое мнение. А как удобно так, да? Маленький уголок. Как я люблю маленькие уголки. Здесь можно сидеть утром и смотреть, как любимый храпит себе. Можно и сидеть. Можно, если брекфаст хотите в постели, можете. Хотите ночью что-то перекусить, тоже можно. Арам. Ресторан, прямо вот так смотрите, там ресторан, можно отсюда заказать. Пожалуйста, приготовьте это мы придем там кушать. Мы не любим в комнате кушать, да? Очень редко было, что однажды заказали ночью, как голодные были. Это был единственный случай в Лас-Вегасе. А так в комнате не люблю сидеть. И прелесть этой комнаты. Балкончик. Дверца такое милое. Можете выйти, можете войти. Но privacy. Privacy можно закрыть эти. Давай пойдем закроем. Скажем. Просто хочется проверить. О, нет, privacy нету, значит. Ну, скажем, ночью сидите, хотите что-нибудь спеть, все будут слышать. А мы любим петь, когда никто не слышит. Там хорошее место, уютное такое. Уточек нету, как странно. В таких местах всегда утки бывают. Травки можно босиком пошагать утром. Вот так хорошо. Здесь книгу даже можно почитать, на балконе посидеть. Муж не дает мне отдохнуть. Говорит. Сразу пойдем в спа, посмотрим, что у них есть. И со мной не хочет пойти в спа, говорит, мне не дат таких финтиклюшек. А я раз уж приехала отдыхать, не откажусь. Пойдем посмотрим, что до 6 открыли, сейчас уже 4. Что возможно взять? Ключ у тебя, да? И уже продвинемся дальше. Интересное дерево, подумала, пышат. Джуда или джидано, но не это. Или может быть оливковое дерево? Окей, найдите в спа. Мне обязательно сюда приехать и остаться, раз уж так близко. Можно, если в спа хочется, зарегистрировать сервис и прийти. А в это спа? Не знаю. Уютно как. Hello. Hi,
занята. Завтра есть ароматерапия, массаж. Потом сказал муж, а послезавтра она может что-нибудь тоже. Сказали, может. 2 дня буду массажироваться. Сейчас пойдем соберем наши вещи. Немножко отдохнем, с тобой кофе выпьем на балконе. А вечером крикнем в ресторан, а мы приходим. Приготовьте столик. О, это тоже ресторан. О. Вон, два и там еще эти, 3 ресторана. 3 ресторана. Сегодня в этот, завтра в тот, послезавтра в другой. Как хотела, никуда не выезжаем, отдыхаем на все катушки. Как жарко во дворе. Настоящее лето. Даже приятно эта прохлада. Я не люблю кондиционеры. Прохлада от кондиционера — это мой враг. Номер 1 при том. Ох, Ярамжан, ты завещаешь. Ой, как хорошо я соответствую с цветами, с гаммами цветовыми. Цветовыми. Этого отеля. Ох, Ярамжан, жду тебя с кофе. Даже прилягу, чтоб никто не знал. О, знаете, какой массаж взяла? Подождите, не уходите. Значит, завтра у меня будет ароматерапия. Deeply Revitalizing Treatment. Это ароматерапия, Swedish Massage. И особенно помогает от усталости, если вы работаете на компьютере и селфон очень много используете. Можете выбрать, сами можете выбрать, какой аромат хотите. Кардамом, нероли, не знаю, что такое, бальзам фер. Это мне, а послезавтра hot stone массаж с горячими камнями. Это очень, по-моему, очень приятно будет. Гималайский соль, стон массаж. О, дети купили мне такие соли для массажа. В общем, будет хорошо. Надеемся. Чуточку поснимаю, что там творится. Но массажистов снимать не смогу. Все, Арам, я счастлива. Присоединяйся. Там в гости пришла. Женщина пришла, вошла и дверь закрывает себе и двигается в комнату. Я говорю, извиняюсь, мы уже за эту комнату заплатили, это наша комната. Извиняюсь, так испугалась. Она с уверенностью, наверное, дверь увидела открытой. Наверное, она тоже дверь, мы дверь оставили открытой и прямо так пошли крутиться, посмотреть, что здесь рядом есть. И потом вернулись, но через ту дверь, эту дверь через вышли, двери прямо открыто оставили, как будто у себя на фазенде. И с той двери вошли, она подумала, наверное, это ее комната. Ну как лабиринтоз, очень так нужно, все похоже друг на друга, все комнаты одинаковые. Так что да, мы уже закрыли нашу дверь, никто к нам не сможет войти, только если перепрыгнет. Здесь бассейн есть прямо рядом, по лабиринту. Идете, крутитесь, вертитесь. Но бассейн, ну не бассейнные. Но все-таки думаю, может пойдем немножко посидим. Там 3 женщины всего лишь сидят одинокие. Будут 3 и с мужчиной. Больше женщины не будут одинокие. Хочешь бассейн? Не знаем, что хотим. Ну так жарко, очень жарко.
Здесь прохладно, приятно. Может, кофе поставлю здесь, посидим, арам немножко. Кофе с водой. Михайловну Петровну. Что-нибудь. Джин-тоник потанцуем. Завтра пойдем в бассейн. Ваше имущество. Арамджан, поставь куда-нибудь, пожалуйста. Так хорошо ставит. Так шумно, на самом деле. Этот звук фонтана несколько минут приятно, но когда постоянно по ухам, не самый, по-моему, для меня не самый приятный звук. Звук океана постоянно можно... Уф, ну вот это неприятнее. Почему так далеко сидим друг от друга? Ну да, гуси пролетели и прямо так каркали. Что делают гуси? Каркают или гусячат? В общем, такие звонкие были. Выпьем, посидим немножко поудобнее. Туда-сюда поглянем. Там увидел статуя... Подождите, покажу. Представляю, Арам, если бы мы поздно вернулись, эта женщина вошла бы к себе домой, душ принять, и мы тут заходим. Крокодилы есть. Только голова крокодила. И, наверное, когда лилии цветут, еще красивее будет. И скоро будут цвести, смотри, бутоны лилий. Наверное, не увидишь. Вон там. Как красиво. Вот здесь спокойно. Тутки разноцветные. Все, кофе остывает. Там две мужчины в балконе что-то делают. Свобода, что хотят, то и делают. Отдохнули, можем поехать домой. Так чувствуется близкость, расстояние, что очень близки к дому, непривычно. Думаешь, на отдых обычно это прежде всего расстояние от дома. Хотя у нас дома, по-настоящему дома отдыхаешь. Можно и дома отдохнуть. Но когда постоянно дома отдыхаешь, ну, дома мы работаем. И всегда у нас весь дом был местом работы. Всегда. Всю жизнь. Для меня, во всяком случае. 10 лет из дома магазины. Ну, онлайн магазины, но из дома работали. Потом взяли и в аренду место взяли. Большой такой warehouse. Уставали очень сильно, работники тоже были у нас. Но вон тогда самая большая усталость была от работы, когда из дома еще на работу, там поработать и домой возвращались, я еще из дома работала. Ну, всегда, никогда не кончалась наша работа, как и сейчас. До конца ночи мы еще работаем, снимаем. Мы очень любим эту работу. Даже усталость от этой работы такая приятная. В 7 часов ресторан зарегистрировала. Mediterraneo, по-моему, название. Но я так и не смогла посмотреть. В Инстаграм посмотрела, что за блюдо, но в основном просто так фотографии разнообразные. Но все равно, что за блюдо. Мы здесь отдыхаем. Нам не до блюд. Чехты.
А муж пойдет, воду принесет. Нам нужно очень много воды. Я целый галлон воды пью. Очень много воды пью. Я в основном состою из воды. И костей. Кости и вода. Пока я приготовлюсь, Арам. Немножко посижу, потом за собой погляжу, ты вернешься. Руки об руки возьмемся. И шагом марш в ресторан. Это? Тот? А это что? Это бар? Это бар, да. Он где-то зажигать будет. Не похож на бар. Какой это бар с белыми часть скатерти? Бар в белой скатерти и культурные. Да не слышно, что сказал. Можно там человек стоит, можно покричать парня, сказать, excuse me. Что вы там творите? Что вы там варите? Ну, это не похоже на бар. Выясним. Время есть у нас. Дети прислали, Арна поговорил. Как дети купаются? Сегодня первый день их плавания. Да, они чуточку расстроены, что не мы. Обычно на все первое мы водим. А, говорю, как они? Арнака спрашиваю, уже купаются. И прислал мне какие-то зверюшек прислал. Говорю, это не мои дети. Арнак, перестань. Говорит. Арнак и Бек, Аркай и Бек, говорит, ужасный мальчик. А на самом деле, говорит, их в какую-то клетку посадили и... Подождите, Лилит видео прислала. Какая там клетка? Это, наверное, Бек. Он закричал, когда его уже... Ау, говорит. Групповая... класс групповой. 4 человека. И какое-то маленькое место их положили, и тренер по одному их как будто учит. Да. Пусть научится. А бассейн потом купим. Муж против всяких покупных бассейнов. Каждый год покупаем. Каждый год та же самая история. 3 дня купаются, остальное лето бассейн под... Под воздухом, но грязный становится, воду выливаем, потом обратно поливаем. А на самом деле в течение лета мы постоянно куда-то едем. Дети то, что хотят от бассейна, насладиться. Времени у них хватает. И все друзья, знакомые, которые имеют бассейн, то же самое говорят. Летом несколько дней хорошенько купаемся, дети в основном, родители уже не купаются. За детьми преследуют, присматривают. А в остальное время года бассейн так себе стоит. Несколько недель во время лета и все. Но все равно хочется, дети очень любят, Русин очень любит. Мои волосы туда-сюда летят. Арамджан, ты лети за водой, я лечу за собой. Пока я здесь спала, отдыхала, красавчик пошел в магазин за водой. Арам, так волновалась, как ты уже сирены начали крутиться. Голоса сирен, окей. О, романтик ты мой. Куда положить эти цветы? Мы за романтикой, кажется, приехали сюда. Какие красивые, нежные. Как хорошо сделала, что вышла замуж за такого хорошего. Внимательный. Ну, почти дома. Захотим, поедем, поставим цветы в вазу, вернемся. Но этого не сделаем. Воду взял. Вода – это самый преданный друг человека. Салфетки влажные.
тоже друг человека. О, это тоже взял мой хороший муж. Люблю. Он не любит, не пьет. Минеральная вода. Какой внимательный. Ложки-вилки взял. А ножик взял, что купил? Ножика не было. Ножика не было, вилкой будем резать. Сказал, раз за воду иду, давай вино тоже принесу. Я не могла ему отказать. Наше вино любим. После воды друг человека. Номер два, друг человека преданный. О. Это на утро, наверное, витаминчики. Голубика, малина. А, мы не дома, ты столько накупил. Ты чей муж? Ежевика. Всегда так. У нас должны быть ягоды под рукой. И клубника. Как же без клубники? Друг вина. Сыр. Пусть будет. Холодильник есть. И спутник нашей жизни. Темный шоколад. Но без сахара. Все. Молодец. Хорошо. Пятерку получаешь. Сейчас это убираю в холодильник. Арам, уже наша резервация. О, а поставить. 5 минут, успеем.